В выходные распахнула свои двери резиденция Деда Мороза, а площадь Республики на время стала новогодним бульваром. По нему прогулялась Юлия Важенина. Резиденция Чебоксарского Деда Мороза имеет постоянную прописку на Красной площади. Уже много лет здесь исполняются заветные желания с помощью волшебного сундучка. Дети рассказывают Деду Морозу о своих, пусть пока еще маленьких успехах, читают стихи, поют песни. Вершить добрые дела помогает внучка, красавица Снегурочка и добрый помощник Снеговик. Сказка поселилась и на новогоднем бульваре на площади Республики. Ну вот смотрим, что в этом году еще лучше оформлено. Самое главное, елка у нас краше, ну и домики, сказочные домики. В этом году город Чебоксары отмечает Новый год девизом «Чебоксары – город сказок, город зимних сказок». И поэтому мы хотим, чтобы действительно каждый горожанин встретил этот год хорошим настроением, приподнятым настроением. И все, наверное, желания сбылись, как в сказке. Попасть в сказку можно через светящиеся ворота, которые охраняют помощники Деда Мороза – снеговики. Здесь же установлена сцена, мастерские Деда Мороза, торговые ряды. Так что у чебоксарцев и гостей столицы есть уникальная возможность приобрести продукты для праздничного стола и здесь же купить живую елку. Если все в доме уже готово к встрече Нового года, то можно просто прогуляться, получить заряд хорошего настроения. И тут очень много фонарей, очень ярко и весело. Мне очень нравится Новый год, потому что много подарков и много чудес. Новый год – это праздник, когда может собраться вся семья. На новогоднем бульваре очень красиво. Ой, новая елка очень красивая, персонажи сказочные, очень красивые, добродушные. Нам очень нравится, мы второй год сюда приезжаем. Кто-то уже готов поздравить горожан с наступающим праздником. Я хочу горожанам пожелать семейного счастья, новых успехов, новых достижений, чтобы было все у них всегда уютно, радостно в душе. Новогодний бульвар просуществует почти месяц. До 10 января он будет жить особой жизнью. Здесь состоятся мастер-классы по изготовлению новогодних подарков. Специалисты по дизайну, интерьеру и просто творческие люди со всего города поделятся своими секретами. Ну и, конечно, именно на новогоднем бульваре стоит главный символ праздника. Здесь и главная елка столицы Чувашии. Она украшена сотнями мерцающих огоньков. Здесь можно загадывать желания и делать по-настоящему яркие фотографии. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.